по нашей традиции я, наверное, дам вам еще один такой или серию лайфхаков. Вот то, которое можно применить хоть завтра. Смотрите, вообще я вам рекомендую так, как управлять личными финансами. Проблема в том, что люди говорят, что у меня маленькая зарплата, большая зарплата и так далее. Абсолютно не имеет значения. Пусть хоть у вас зарплата хоть 30 тысяч тенге, хоть 50 тысяч, хоть 60, хоть 60 миллионов. Это правило, в принципе, работает везде, ну, особенно для людей, у которых маленькие доходы. Первое правило, я всем рекомендую сначала 10%, я называю это налог на будущее. Всегда откладывать 10% сначала. Проблема большинства людей в том, что они сначала тратят, а потом пытаются сэкономленное отложить. Так не работает. Сначала нужно заплатить налог самому себе будущему. 10%.